5 апреля в Театре оперы и балета стартует международный балетный фестиваль. Уже 23-й по счету. Что ждет ценителей классики на этот раз, расскажет Юлия Важенина. Откроется фестиваль балетом «Аттила. Возрождение легенды». Премьеру прошлого года очень хорошо приняли зрители. Он у нас растет, развивается, претерпевает некоторые, возможно, качественные изменения, я надеюсь. Думаю, что его посмотреть можно не один и не два раза, а несколько, поскольку спектакль в своем сюжете и истории очень многослойный и каждый раз вызывает совершенно другие эмоции. Сцена театра традиционно примет и гостей. Каждый год организаторы стараются порадовать поклонников высокого искусства. В этом году Пермский театр Евгения Панфилова представит зрителям постановку «Балет Сюита Толстой». Кстати, этот балет – лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Это хореографические миниатюры, которые сделаны по произведениям Льва Толстого. Что интересно? Интересно то, что за один вечер мы увидим целый срез современной хореографии. Творческая мастерская Валерия Васильева привезет из столицы балет «Опасные связи». Марийский театр имени Эрика Сапаева расскажет о трагической судьбе цыганки Эсмеральды. Продолжится фестиваль концертной программы «Петипа Гала». Она посвящена юбилею величайшего балетмейстера Мариуса Петипа. Это постановка премьера прошлого балетного фестиваля. Наш театр показывает 5 спектаклей, 5 вечеров. И замечательно то, что все эти 5 дней будет выступать наш симфонический оркестр. Фестиваль распахнет двери и для маленьких зрителей. Их ждут балеты «Золушка» и «Конек-горбунок». А завершится фестиваль традиционно гала-концертом. В программе вечера шедевры мировой хореографии и, конечно, звезды ведущих балетных театров. И тут организаторы обещают много сюрпризов. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.